Всем привет, дорогие друзья, с вами Гунат, и мы сегодня будем говорить о таких же повседневных вещах, как и в прошлых видео. Ну да ладно, поехали. Кажется, в одном ролике меня просили не называть токийский гуль говном. Ну, то есть токийский гуль — это аниме для тех, кто не знает. Но я просто, знаете, прости, чувак, который просил меня этого не говорить, но я все же скажу, токийский гуль — говно. Ладно, только не поливайте мне грязью. Кстати, ребят, у меня кончается идея насчет роликов, так что не могли бы вы писать в комментариях, что вы хотите увидеть в следующих роликах. Ну, я там постараюсь как-нибудь поговорить об этом или обсудить это. Ах да, насчет порта Project Diva на ПК. Я все-таки думаю, что Sega откажется от этой мысли, потому что, ну, знаете, это будет им неприбыльно. Так как у них дел по горло, и тем более у них нет времени портировать это на ПК. Тем более на ПК, как играть в эту ритм-игру на ПК, вы не объясните. Впрочем, с этим ладно. Во-вторых, они, ну, как бы вам сказать, порт на ПК не принесет этой компании никакой прибыли, так как есть пираты, которые будут взламывать игру, короче, бла-бла-бла, и делать ее бесплатно. Думаю, в этом смысла нет, и вы со мной, наверное, согласитесь. Это объективное мнение, и я не собираюсь ни с кем спорить и бла-бла-бла. Но я думаю, действительно, зачем вот... В этом никакого смысла абсолютно нет, и лишняя трата денег и времени. К тому же, это Project Diva, и на консолях хорошо как бы. Все, пора завязывать с этой темой, короче, я все понял. Ну, думаю, вам все стало понятно, я все разъяснил. Но если что-то не так, спрашивайте у меня в комментариях. Ладно, поехали к следующим новостям. Так, ну, я думаю, через пару месяцев я уже прекращу делать ролики регулярно. Потому что учеба, и мне как бы необходимо учиться. А учусь я, знаете, не лучшим образом. Ну, как бы он сказать. Ну, короче, через жопу, но тем не менее, хоть какие-то у меня базовые знания есть. Фух, ладно, это вам я объяснил. Еще, я меняю место жительства, поэтому нет, я не могу так делать часто. Потому что я переезжаю к сестре, там, короче, по обстоятельствам, бла-бла-бла, но, бля... Это действительно геморно. Ну, тем более там у них дома, наверное, шумно будет, и я не смогу вот так вот в тишине такой вот гробовой записывать. Думаю, вы меня поймете и поддержите. Но не отчаивайтесь, может даже качество роликов улучшится. Так что все еще впереди. А на этом мы, пожалуй, не заканчиваем. Так что продолжаем нашу беседу. Недавно я создал паблик в ВК, так что я думаю, он вам понравится. Да уж, это не первый паблик, который я делаю, тем не менее, что прошлые паблики были полным говнищем, а этот будет только для бро. Поэтому зайдите в описание канала, и там будет ссылка внизу. И, ну, кликайте на нее и попадайте на страницу паблика. Собственно, что там будет? Приколы и, ну, в принципе, я буду там, наверное, рассказывать, как я делаю ролики и тому подобное. Ладно, короче.